то, что сказать. Кажется, понял. Хочешь обнимашек со спины? Окей. Зачем ты делаешь это? Я еще не готова. Ладно тебе. Мы уже проходили через это в самолете. Тот бандаж был просто нечто. Боже. Я уже говорила тебе. Это был корсет. Тогда Мэм вернется. Скучно без нее. Я дома. Чем занимаетесь? С возвращением. Я так сильно соскучился. Ведете себя как детишки. Как прошла фотосессия Джунсона? Чан Хиджин ему совсем проходу не дает. Она такая: поужинай со мной, поцелуй меня. Дживон, ну поужинай со мной, давай полежим вместе. Прекрати. Где-то я это уже слышал. Хватит смотреть на меня. Дырку протрешь. Боже. Знаешь, председатель Ли хочет встретиться со мной. Бабушку Янхо. О, боже. А вдруг? Она хочет закатать тебя в бетон. Эй! Держись подальше от моего внука, грязная девка. Напугал меня. Слушай. Давай не будем об этом. Шучу. Ну что же мне делать? Дай ей денег. Моя свекровь была на седьмом небе, когда я дала ей денег. Ты что, больная? Она же председатель Кахон. Я могу отдать все, что у меня есть. Думаешь, ей хватит на карманные расходы? Да, ты права. Как же ей в жизни повезло. Твоя бабушка... Я разберусь с этим. С этим ты сам не разберешься. Твоя бабушка ожидает необычный подарок к свадьбе. Что? Стоп. Она что, не против? А что за подарок? Папуля, нужен правнук. Чего? Первое воспоминание 2016-го. Снимем бабушку получше. Отец, не могли бы вы улыбнуться, пожалуйста? Шеф Мин, это не для паспорта. Что мне делать? Просто мило улыбайтесь. Окей. Раз, два, три. Сыр!